Это не мои руки. Где я? Куда я попал? Волосы. Это не мои волосы. Я другой. Нет, нет, мои. Но другие. Голос. Это не мой голос. А? Я вспомнил. Я направлялся к соцветию Вероники. Странное дурацкое земное название. Вся вселенная называет его соцветием силы. Тардис. Тардис, я помню. Я удалялся с земли. Как моя Тардис. Тардис! Где она? О, Алис, смотри, он, кажется, даже вчерашний шел спать. Да, напился и завалился спать. Ну, мой богатин, когда напьется, за тебя забывает. Ну, человек такой же. Да, я попал. Че я говорю? Вы уже домой едете, проспитесь. Вызволяйтесь со вчерашнего дня. Что? 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 Тардис! Где она? Где? А! Тардис! Пропал! Пропала! Где? Где? Тардис! Тардис! Вы не видели здесь синюю телефонную будку? Че, дурак? Тардис. Могла же она сгореть. Или сгорела? Нет! Сегодня день? 16 октября, суббота. Суббота? Ненавижу субботы. А год? Ты что, с луны свалился? 2010-й. Хуже. И Тардис. А где парк славы? Куда беги? Спасибо. Идиот. Нет. Плохой день. Ужасный день. Отвертка. Хорошая отвертка. Хоть тебя они не нашли. Нет! Нет, 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 нет! Куда они тебя дели? Никаких следов. Никакого сигнала. Кто тебя забрал? Люди? Не могли. От них всегда остаются следы. Ничего не понимаю. Для места крушения НЛО поразительно тихо, никого нет. А ты что думала? Они будут сидеть и ждать тебя, когда ты придешь и сделаешь свой сенсационный материал. Ну почему ты мне раньше не сказала? Ну ты мне подруга или кто? А кто из нас хочет быть журналистом? Кто должен был узнать об этом первым?
Где ты была, когда он рухнул посреди нашего города? Ну, я в клубе была. А там такой грохот. И без меня, заметь. Я вообще могла обидеться. Знала бы обо всем из газет, как обычный обыватель. И все-таки, почему никого нет? Никого? Кроме него. Отлично. Наверное, это ученый или журналист, и он расскажет нам, что здесь произошло. Погоди. А тебе не кажется немного странно? Ты забыла? Я начинающая журналистка, а все странное меня привлекает. Потому что он просто похож. Откуда ты знаешь, что он может тебе о чем-то рассказать? Ну, не знаю, мне так кажется. В любом случае, сейчас все узнаем. Пошли. Извините, я с вами разговариваю. Всего 2 минуты. Я журналистка, хочу взять у вас интервью. Нет, нет, только не газеты. Хватит с меня газет. В них много полезного, но не тогда, когда в них попадаю я. Да ну, подождите, всего 2 вопроса. Вы же видели крушение НЛО. НЛО? Что за глупое слово? Это ТАРДИС. Да, я там был, но там ничего не осталось. Глупая. Скажите, что там произошло? Это вы должны знать. Вы же журналистка. Я не... А вы кто такой? И что вы там делали? Ну скажите мне, пожалуйста. Ну хорошо. Я доктор. Я путешествовал во времени и пространстве, пока моя ТАРДИС вчера странным образом не рухнула на землю. Теперь я здесь. Ее ищу. И у меня нет времени на ваши вопросы. Нет, ну серьезно, кто вы? Доктор. Доктор? Просто доктор. Ну хорошо. Допустим, вы сказали правду, и вы действительно доктор. Да, хоть профессор. Вы мне можете рассказать, что там произошло? Ну, хотя бы свое имя. Мое имя доктор. Какое-то странное имя. Мне нравится. Сумасшедший. Женя, посмотри на него. Какая у него одежда? Он похож на бомжа. Пошли отсюда. Нет, подожди. Он что-то знает, просто не хочет говорить. Дай мне пару минут, и я его разговорю. Что такое? Тише. Да что происходит? Тихо. Как тебя зовут? Что? Женя. Вот Женя. Бежим! Чего? Что? Кто это был? Ты маньяк? Чего за нами гнался? А где этот псих в лохмотьях? Я здесь. Что сделал? Ты убил его? Убил? Я похож на убийцу? Я просто оглушил его. Оглушил? Этим? Ну да, это звуковая отвертка. Сейчас я ему направил мозг в ультразвук. И он отключился. А вообще, она открывает любой замок и прекрасно проводит сканирование. Незаменимая вещь. Особенно, когда путешествуешь во времени. Да вы спятили. А ты повторяешься. С меня хватит. ТАРДИС, НЛО, звуковые отвертки. Я ухожу отсюда. Лиза, ну подожди. Нет, если хочешь, оставайся. Как его там зовут? Доктор? А ты не хочешь уйти за ней? Ну уж нет. Вы мой билет на первую страницу. Ты веришь мне? Нет. Тогда почему ты здесь? У вас есть тайна, а я жутко любопытная до чужих тайн. Тайны, тайны. У всех есть тайны. Почему ты выбрала меня? Ваша тайна связана с крушением НЛО, а это круче, чем репортаж о какой-то простой вечеринке. Так я и знал. Кельты. С чего ты взяла, что я что-то знаю? Ну вы же были там, на месте крушения. Ты тоже была там. И куча репортеров до тебя. Когда ТАРДИС была еще в парке, а я опоздал. Видимо, ее куда-то перевезли. Кто у вас отвечает за инопланетян? Инопланетян?
Ну да, кто вас забирает, эти странные инопланетные штучки, падающие на город с неба? Не знаю, ФСБ. А что такое ТАРДИС? ФСБ? Мы в России? 100 лет не бывал в России. Нет, правда, 100 лет. Так вы еще иностранец? Так, посмотрим. Вы сказали ТАРДИС. Что это такое? Моя машина времени. Хотя она не только может во времени путешествовать. Машина времени, как банально. Понятно. Что понятно? Понятно, что это человек. Но его контролируют кельты. Кельты? Нет-нет, не те кельты, о которых ты думаешь. Это инопланетяне. Инопланетяне? Но это уже не смешно. Хватит меня разыгрывать. Их не существует. А то я сейчас начну искать здесь скрытую камеру. Еще как существуют. И я тому доказательство. А теперь нам лучше убраться отсюда, пока он не очнутся. Они, конечно, безобидны, пока их не разозлить. А я как раз это и сделал. Странно, что он пошел за нами. Странно, что они вообще существуют. Я думал, их давно нет в живых. Итак, ты с другой планеты? О, да. Но ты выглядишь совсем как человек. А с какой ты планеты? С Марса? Почему все думают, что инопланетяне прилетают именно с Марса? Ну, не знаю. А с какой планеты? С Юпитера, с Венеры? Такой планеты нет в вашей Солнечной системе. А можно задать тебе один вопрос? Смотря какой. Я рыжий? Что здесь? Куда ты меня привела? Я здесь живу. А зачем ты меня привела к себе домой? Если нам и дальше придется бегать, как сегодня, то мне надо одеть что-нибудь поудобнее. А кто тебе сказал, что мы снова будем бегать от кельтов? А кто сказал, что от них? Может, мне опять надо будет за тобой бегать? Я же не могу отпустить такую загадку. Да, но ведь ты мне не веришь. Именно. Это я? Что за волосы? Это моя одежда? Я так выгляжу? Ужасно! У тебя есть мужская одежда? Ну, только вещи брать, зачем тебе? Что? Ты не будешь шевелиться в наших вещах? Неплохой выбор. Так. Ложка пойдет. О, брюки. Слишком светлые. А вот эти, пожалуй, ничего. Хорошие брюки. То, что надо. О, рубашечка. Нет, слишком светлая. Так, еще одна. Даже ничего. Идет. Так. Самое то. Еще. О, пиджак. Отлично! Люблю пиджаки! Ага! Черный! Самое то! Шляпа! Шляпа... пойдет! Как ты думаешь, эту или эту? Расскажи мне лучше про этих кельтов. А кельты? Вряд ли это интересно. О них мало что известно. Говорят, они с планеты Кельтстром, но их никто не видел. Они действуют через других существ, управляя ими телепатически. Порабощали целые планеты только для того, чтобы поесть. Так было с тем человеком. Парки. Весь их смысл жизни – это питаться энергией, мощной энергией. Боятся только ультразвука. Не понимаю. Человечество еще не изобрело такой сильный источник. Что привлекло их на Землю? Ты же сказал, что их давно уже нет в живых. Я так думал. Они подбирались к одной милой планетке, в белом скоплении. Я там хорошо проводил время, и пришлось выбирать, милая планетка или нехорошие кельты. О,
а говорил, что не похож на убийцу. Я был моложе. Как же ты их убил, если их никто не мог видеть? У них был вполне видимый корабль. Лет 200 тому назад. 200 лет? Ну да. А сколько же живут инопланетяне? Каждый раз со свой срок. А сколько тебе лет? Ты задаешь много вопросов. Я журналистка, мне положено. Ну ладно, не журналистка, но обязательно ею буду. Чтобы там себе не думали эти типы в экзаменационной комиссии. Ну что, идем? Тардис. Она моя. Найди его. Приведи доктора. Приведи повелителя времени ко мне. И ты путешествуешь один? У тебя нет команды или кого-нибудь, кто мог бы помогать тебе? Нет, совсем один. И что, тебе совсем не скучно без людей? Люди. Единственный вопрос, который меня беспокоит, не считая пропажи Тартис, это как тут оказались кельты? Ну, может быть, их привлекли наши электростанции? На Земле их довольно много. Что им нужно на Земле? Что или чего они здесь ищут? Эй, доктор, ты вообще меня слушаешь? Что? Прости. Задумался. Ты сказал, что кельты питаются энергией. На Земле много электростанций. Это не может их привлечь? Нет. Этого мало. Даже если их все объединить, этого будет недостаточно. Здесь что-то еще. Но ведь ты сражался с ними. Ты должен знать, что им нужно. Я сражался с ними в космосе. Далеко отсюда. Миллиарды световых лет. И на Земле нет ничего, что им обычно было нужно. Если только... Думай, что могло произойти на Земле внезапного. Новое изобретение, внезапный прорыв науки, полет на Марс, вспышки на Солнце. Думай! Их что-то привлекло, что-то произошло недавно, что-то странное. Необъяснимое. Ничего странного не происходило. Должно же быть что-то важное. Я что-то упускаю. Что им нужно? Единственное, что за последние годы было странного, это упавшая в центре города синяя будка. Будка моя. Но она пропала. Стоп! Будка пропала не сразу. На место крушения успели прибыть ученые. Но когда мы были там... Там уже никого не было. Верно. Пропала не только будка. Люди тоже пропали. Я был в космосе, потом этот взрыв, потом я потерял сознание и, видимо, умирал, поскольку регенерировал. И Тардис, видимо, упала на Землю. Должно быть, они проследили, куда рухнула Тардис. В ее сердце настолько мощная энергия, ее хватит на кормление целого поколения. Все очевидно. Как я мог это упустить? Ты всегда так много болтаешь сам с собой. Нет, только когда путешествую долго в одиночку. Не с кем поговорить, вот и начинаю спорить сам с собой. Порой это даже полезно. Да и о чем на этот раз ты сам с собой договорился? Они не смогли пробраться внутрь Тардис и решили, что я им помогу. В парке Кель гнался не за нами, а только за мной. Я им нужен. Раз моя Тардис у них, значит, пора о себе напомнить. Звуковая отвертка. Тоже выделяет энергию, не такую мощную, как Тардис. Но эта энергия не похожа ни на какую-либо другую с планеты. Они ее почувствуют. А тебе нужно убираться отсюда, пока они не пришли. Ну уж нет. Ты не напугаешь меня этими сказочками о злых пришельцах. Я все равно докопаюсь до истины. Я нашел тебя наконец-то!
моя ТАРДИС. Видишь, я оказался прав. Нас привели именно к ней. Живой повелитель времени и его ТАРДИС. Как он тебя назвал? Посмотрите. Поймался, как слепой кутенок. Ну, я долго говорить не буду. Тебе, как всегда, некогда. Первое. Ты нас пускаешь в ТАРДИС. И мы отпускаем тебя. И твою земную игрушку. Эй! Я не игрушка! Отпустите меня! Второе, я думаю, ты сам догадался. Не так? Ты не получишь ни меня, ни ТАРДИС, ни ее! Слова благородного повелителя времени. Мы все равно получим энергию ТАРДИС. И тогда возродится раса кельтов, погибшая 2 века тому назад. А знаешь ли ты, что это я тогда сжег тот корабль, на котором собирались все кельты? Как ты думаешь, что будет с тобой? Ты? Доктор? Приветик. В тот раз у тебя была ТАРДИС. А теперь... Ты стоишь здесь, а она позади меня. О, это легко исправить. Бежим! Нет! Взять их! Убейте девчонку! Приведите мне повелителя времени! Он все равно откроет мне ее дверь! Ситуация в том, что кельты никогда не могли управлять чужими телами. Всегда проигрывали длительные забеги. И куда мы теперь? Куда делась будка? Я включил защитный механизм. Она переместилась в свою последнюю точку стоянки, то есть туда, куда она рухнула. Теперь я смогу добраться до нее. В ТАРДИС я смогу заставить их покинуть планету раз навсегда. Будет тяжело вырваться оттуда. Очень тяжело. Если она цела. Крушение было серьезное, хотя внешних повреждений почти не было. Доктор! Думаю, все основные системы в порядке. Доктор! Ну что ты кричишь? У нас большие проблемки. Хорошо. Большие проблемки. Гениально! Как ты догадалась? У них очень слабо развито управление телами. В таких ситуациях! Сюда. Это самое место. Может, ты ошибся, отправил ее куда-нибудь еще? Ошибся! Я запустил программу, которая отправила ее на место ее последнего приземления. А это ТАРДИС, она не могла не долететь или упасть где-нибудь неподалеку. Как она могла не долететь? Она не летает и перемещается в пространстве. Она могла попасть только в прошлое, во время своего последнего приземления. Тогда... Нет! Она могла стукнуться с собой в прошлом. Произошел бы парадокс и... Что и? Эй, не молчи, как там тебя, доктор? Если это произошло, то запустился необратимый цикл. Лучшее, что могло произойти, это ее исчезновение. Навсегда. Это в лучшем.
А что в худшем? Вы, люди, называете это концом света. Если говорить точно, то столкнутся сотни параллельных миров, сотни временных отрезков в одном месте, в одной точке. Образуется водоворот времени. Это уже пытались сделать искусственно. Если честно, мне уже надоело слушать этот бред. Ты можешь прекратить нести чушь про какие-то концы света, вселенные, водовороты времени? Эти твои кельты, они вообще кто такие? Ну ты можешь сказать правду. Что я вообще тут делаю с тобой? Ты пошла за мной, потому что тебе нужна была статья. Теперь ты ее можешь написать. Только ее никто не будет читать. Точнее, некому ее будет читать. Сколько раз спасал мир, а теперь сам стал причиной его гибели. Доктор. Что это? Что это за голос? Понятия не имею. Но он зовет нас. Доктор. Ага! Надо узнать, кому он принадлежит. Доктор. Ну, давай, работай! Работай! Есть! Звук идет оттуда! Идем! Это здесь! Ну и? Я никого не вижу. На этом месте сигнал обрывается. Кажется, я понял, в чем дело. Держись! Пора начинать. Брат, у нас нет ТАРДИС, мы не можем. Начнем без нее. Это только отсрочит конец. Я сам лично займусь поисками доктора. Я, кажется, знаю, где он. Да, и не трогайте это тело. Оно мне понравилось. Что? Почему так ярко? Куда все подевалось? Что ты сделал? Понятия не имею! Но кажется, я знаю, как мы тут очутились! Потрудись объяснить. Да все просто. Мы услышали голос, я настроил отвертку на его волну, проследил до того места, но там он оборвался. Но, к счастью, мы снова услышали голос. И я смог поймать его. Он утащил нас в пространственно-временной разлом, в ткани реальности. И вот мы здесь. Что? Ты с кем сейчас разговаривал? А что? Кроме нас здесь еще кто-то есть? Верни все обратно, что бы ты ни делал, верни меня обратно! Не могу! Сюда нас притащил тот голос. Он был чем-то вроде троса или моста между той реальностью и этой. Чтобы вернуться обратно, нужно проделать то же самое. Ты затащил нас сюда и не можешь вернуть обратно! Верни нас обратно! Замечательно! Какой чудесный день! Вас смущает это лицо? Не обращайте внимания, это всего лишь маска. Не должен же я перед вами предстать голым.
а мой братец на Земле тесно связан с этим человеческим существом, что помогает мне общаться. Что значит не на Земле? Мы что, на другой планете? Видимо. Тебя это пугает? Я застряла на другой планете! Ты не знаешь, как вернуть меня назад! Передо мной стоит человек, который хотел меня увидеть! Да! Меня это пугает! О! Мы не на другой планете, но и не на Земле. Вижу, что сумел тебя удивить, доктор! Ты Кельт, один из трех, которые остались в живых. Насколько я помню, я отправил вас в пустоту. Как ему удалось выбраться оттуда? А нам и не удалось. Не всем. Да, да. Именно сейчас ты находишься в пустоте, куда ты отправил меня и моих братьев. Или ты думал, что в пустоте ничего нет? Да, но в пустоту так просто не попадешь. И обратно тоже. Все верно, доктор? Но все меняется. И даже с пустоты можно найти лазейку во Вселенной. Проходы, черные дыры, порталы, трещины, если угодно. Тебе нравится разбираться с различными трещинами во Вселенной? Да, доктор? Сейчас туда ушли мои братья. Почему же ты остался тут? У тебя здесь датчик? А ты не изменился, доктор. Все такой же самоуверенный. Так почему ты здесь? И зачем звал нас? Так я вас не звал. Я заметил тебя только через одну из дыр, когда готовился покинуть это место. И понял, что это мой единственный шанс отомстить. Но энергии хватило лишь на то, чтобы устроить крушение. К сожалению. Это сделал ты. Крушение, Тартас. Ты отдал последние силы, чтобы убить меня. И застрял тут навсегда. Любопытно, что ты меня узнал. А вот твои братья на Земле меня не сразу признали. Так все, ответь. Зачем ты привел меня сюда, в пустоту? Опять мстить? В надежде, что регенерации Повелителя Времени исчерпают тебя, и он умрет, на этот раз окончательно? Тебе не надоело? Я не собирался тебя сюда приводить. Но голос! Мы слышали голос. Голос? Это был не я. Точно! Голос был не его. Скорее женский, чем мужской. Нас звала женщина. Значит, здесь кто-то есть. Кому я нужен? Ты мне нужен, повелитель времени. Но раз ты уж здесь, ты поможешь мне выбраться отсюда? Мы с тобой заключим договор. После того, что ты и твои сородичи вытворяли во Вселенной, ты после этого смеешь просить о договоре? Ты ведь никогда не отказываешь тому, кто просит о помощи. Ты ведь слишком добр. Я теперь другой. Я изменился. Ничего. Доктор говорит неправду. Что это значит? Мы не одни, доктор. Верно? Как не одни? Здесь же кроме нас никого нет. Это только так кажется. Ты же его видел, доктор? Он не может быть здесь. Вы о чем? Ну же, доктор,
Скажи ей. Этого не может быть. Почему нет? Это даже возможно предупредить. Уничтожь. Я отправил его обратно в бою. Время. Кого опять уничтожили? Он говорит о своем народе, который он предал и оставил умирать. Вы хотели уничтожить само время. Я не мог этого допустить. И не сделал. У меня не было выбора. Был. У тебя был выбор. Присоединиться к своему народу и управлять вселенной. Но ты оставил нас умирать от именной ловушки. Ты разорвал связь, когда мы пытались вернуться. Ты снова нас заставил вернуться в войну. Но одного ты не учел, то. Когда мастер убил Расселона, это создало парадокс, в результате которого Галлифрей застрял между войнами времени и пустотой. Многие оказались по эту сторону. Многие подпад. Мы не можем попасть по ним, а не к нам. К счастью, есть один выход. Вернуть Галлифрей через трещину в пустоте. У кельтов было достаточно энергии, чтобы пройти и подготовить врата. Кельтов? А ты правда подумал, что они сами вышли из пустоты? Добро, ты же не настолько глуп. Кельты не способны самостоятельно покинуть пустоту. Тут есть кое-что помогущественнее их и даже повелителей времени. Именно оно и помогло тогда. Вратами? А что это? Врата? Это как-то космос. Мы использовали тут голос. Но чтобы вернуть целую планету, да еще и разорвать в разных измерениях, потребуется что-то большее, чем голос. Имя. Твоя Тардис. Если она смешна вам на Земле, зачем вы перехватили? О, это не мы. Это сделал я. Я дал последнюю энергию. Только чтобы она не попала в руки повелителя времени. Я знал, что ты пойдешь за ней. Только ты сможешь остановить их. И тот зло, которое существует в пустоте. Какое зло? Он тебя видит? Да кто же? Этот кент оказался умнее, чем мы считали, но это уже не имеет значения. Ты следующий, доктор. Женщина в Тардис! Беги внутрь! Лови! Самое забавное. Это Никель перенес нас сюда. Нас привел голос. Я уцепился за него, как за веревку. И знаешь, чей это был голос? Тардис. Что тебя убили. И где этот псих? Что ты делала в этой будке? Это же то самое НЛО, да? Это все правда, понимаешь? Все, что он говорил, все правда. Это не будка, это какой-то корабль. Она внутри больше, чем моя квартира. Окончательно проиграл, доктор. Отступись, или девчонке конец. Лиза, да что с тобой? Думаю, доктор понял, что со мной.
Женя, беги в Тардис! Там на втором этаже большой серый сундук! Принеси мне из него меч! Ты же понимаешь, что не сможешь остановить нас! Зачем бороться? Что ты собираешься делать? О, я думаю, просто закрыть трещину. Ты не успеешь. Ты не сможешь. Доктор! Отлично. А ты знаешь, откуда у меня этот меч? Мне подарил его Ричард Львиное Сердце во время своего крестового похода. Это тебе не поможет. Для пацифиста ты неплохо сражаешься. А я разве не говорил, что он научил меня нескольким приемам? Только один вопрос. Почему ты на меня напал с таким древним оружием? Единственное, что было по ту сторону реальности. А теперь давай, прикончи меня. Или ты снова струсил? Даже ради того, чтобы остановить уничтожение самого времени. Я не пойду на это. Это был план Расселона. Не наш. Мы не собираемся уничтожать время. Доктор! Теперь мы отправим кельтов в пустоту. Где мы место? Закроем трещину. Ключик. Делать. Нет, это была не она. Кельты управляли ее телом. Она жива? Мне очень жаль. Мне правда очень-очень жаль. Боюсь, что когда кельты... Иса, как я тут оказалась? Женя? Ну, конечно, он управлял ей недолго. И этого не хватило, чтобы окончательно ее... Это тот самый псих! Да он меня сюда затащил, а ты ему помогала. Нет, он спас тебя. Псих? Доктор, сделай что-нибудь. Что я могу сделать? Ну, ты же врач. Я не врач, это просто имя. Конечно, не врач. Ты вообще не человек. Черт возьми, я даже не знаю, кто ты такой, и это твоя будка. Что ты делаешь? Проверяю пульс. Этим? Ты же сама меня просила что-то сделать. Ну, можно же просто рукой пощупать. Ну, извини. Я не знаком с человеческими методами диагностики. Алло, скорая? Здравствуйте. Я бы хотела сделать вызов. Девушка без сознания. Настоящий доктор, знакомый с человеческими методами диагностики. Это хорошо. А что с тем, твоим врагом? Не знаю, он исчез.
Может, регенерирую его. Тогда будет много сложностей. А тот меч? Значит, тебе подарил его Ричард Львиное Сердце? Не совсем. Мне его дал кузнец, который был в отряде Ричарда. Кстати, его тоже звали Ричард. Хвостун. Я тут подумал, может, твоему брату вернуть его шляпу? Тебя не было 3 месяца! Да? Да. Что-то изменилось. Ты удалил все фотографии! Да, но... Ты даже не попрощался со мной! Ну... У вас, инопланетян, вообще принято прощаться! Мне показалось, что ты была занята со своей подругой, и я не хотел мешать. А сейчас чего вернулся? Я хотел тебе предложить маленькое путешествие. В качестве извинения. Куда? Куда захочешь. Тебе, как будущему журналисту, будет интересно все необычное, что нам встретится на пути. В нашем распоряжении прошлое, будущее, любая планета. И что? Ты собираешься оставить меня на какой-нибудь планете в прошлом или будущем на 3 месяца, а потом вернуться и просто сказать «извини»? Это же машина времени. Если что, я могу все исправить. Верь мне. Я не знаю, можно ли тебе верить. Ладно, не верь. Просто пойдем со мной.